Всем привет, друзья! Сегодня вашему вниманию хочу предоставить обзор самолета P-47 Thunderbolt. Большое спасибо Десу за подарок. Дес мне прислал подарок. Тут не только P-47, сейчас увидите, там много еще дополнительных подарочков мне пришло от него. Вот, давайте посмотрим. Дес мне прислал декали на Spitfire, на Thunderbolt. Для декали уже Spitfire я купил. И получается у меня вот для Thunderbolt декали пинап дополнительные. Потом еще у меня на Corsair Травлон подарил тоже. Corsair будет, обзор на него будет. Так же как на Spitfire обзор будет. Так, еще у меня травло, полный комплект с закрылками. Это на P-40. Так, что у нас тут еще? Еще у нас Atravel набор пилотов и техников в 72 масштабе. Фотообзор будет к данному набору в конце видео. Так, ну что тут можно сказать про него, про них? Сразу так вкратце оговорюсь про них. Это у нас набор Atravel. Коробка мягкая, красочный бокс-арт. Какие краски используются, вариант, окраска. Проливка достаточно четкая, облой небольшой есть. И у нас так стыков прям, ну есть такие пресс-форм, но это довольно таки хороший набор для 72 масштаба, даже лица хорошо, мне кажется, пролиты. Я сниму их поближе, в конце видео будут фотографии. Так, ну что, далее обзор начинаем на наш Thunderbolt. Обожаю этот самолет. Ну что, первое у нас это или потом инструкция. Инструкция у нас выполнена в виде журнала, получается. Так, но не скрепленный. Так, тут у нас. А, нет, не журнал. Я ошибся. Вот такая вот у нас инструкция. Выполнена в виде одного листа. Так, тут на инструкции у нас показывается сборка кабины пилота. Цвета, всеми какими красить. Что очень удобно, потому что многие любят красить. Там и. Так, сборка фюзеляжа, сборка двигателя, сборка крыльев, установка крыльев двигателя, установка шасси. Так, дальше у нас установка винтов. Винты у нас даны в двух вариантах на разные модификации. Так, переворачиваем инструкцию. Дальше у нас вооружение, варианты расписаны с вооружением. И варианты схемы окраски. Тут в инструкции даны две схемы. Так, сейчас у нас декали. Даже не открывал еще. Декали у нас даны на два варианта. Получается, на две модификации. Одна пинап, одна, если кто не захочет ждать конца видео, это у нас вариант с индейцем получается и вариант пинап декали. Вот. Так, сейчас непосредственно к обзору литников.
Так, ну вот, первый у нас литник. Тут маленький еще пакетик это с втулочками. Первый литник. Это у нас крылья. Крылья, винты и двигатель. Тут. Ну, одну такую модель я уже собирал, подобную, модификация немножко другая. Я уже знаю, что это та была предыдущая модель идеальна. Думаю, что это будет точность такая же. Так. Стыки пресс-форм у нас внутри крыльев. Облоя нет. Далее смотрим следующий литник. Это у нас вооружение. Литник с вооружением и кабиной пилота. Так. Кабина. Кабина у нас достаточно детализирована, учитывая, что это еще 72 масштаб. Кабина у нас хорошо детализированная. Как я уже говорил, что я уже собирал данную модель. Мне это очень понравилось сильно. Так, тут все хорошо. Стыки пресс-форм у нас внутри. Ой, толкатель у нас внутри. Стыков пресс-форм у нас нет. Облоя у нас нет. Дальше, следующий маленький линейчик. Это у нас вооружение. Также у нас толкатели внутри. Облоя нет. И последние два литника, это у нас литник с прозрачными деталями и литник с фюзеляжем. Фюзеляж у нас. Так, еще у нас тут приборная панель получается и спинка пилота. Так, винты, это второй вариант получается у нас винтов. Толкатели у нас внутри, облоя нет. И литник последний. Литник с прозрачными деталями. Стекло идеальное. Оно идеально прозрачное, скажем так. Не слоится. Так, тут еще у нас получается это детали прицела и фонари. Так, ну вот и все. Тут больше ничего сказать не могу. Довольно-таки все хорошо. Вот, друзья, данную модель я буду скоро собирать. Я уже собирал, как я сказал, подобную модель, только другой модификации. Это был Ял, ну в принципе, как у Тами, все такие модели. То есть стыкуемость идеальная, модель идеальная. Вот. В группе я буду освещать процесс стройки, так что наблюдайте. Всем спасибо за внимание, ожидайте следующих обзоров.